Пожалуйста, кто следующий с белым браслетом? Так, давайте. Идите сюда, да? Только вот имя все-таки вот иметь лучше бейджик с собой. Не принести, он есть. Принесите, пожалуйста, да. Кто есть с бейджем, а вы пока сделайте. Да. Хорошо, идите, мы вам поможем. Ваше имя? Здравствуйте, меня зовут Евгений, и я представляю проект разработки модульной системы индивидуального ухода и мониторинга за состоянием растений. В чем основная суть идеи? У нас, например, есть огромный сад, либо это зимние сады, либо просто любители выращивать растения. У нас их очень-очень много стоит, и возникает такая вот очень большая проблема за уходом за растениями. Поливом, внесением удобрений, мониторингом температуры воздуха, влажности для обеспечения комфортного ухода за растениями. Моя система позволяет автоматизировать эти процессы с помощью интеллектуальной программы, в которую будут закладываться алгоритмы полива растений, которая с помощью внешних датчиков будет смотреть за состоянием каждого растения, так как большинству растений требуются различные степень полива, влажность, освещенность, и выстраивать программу ухода за растениями. Вмешательство человека в этот процесс будет минимальное, то есть основная задача человека будет установить эту систему, настроить, внести в нее необходимые данные, например, название растений, и дальше система будет автоматически уже ухаживать за растениями и давать какой-то мониторинг пользователю, например, о температуре внешней, о влажности, когда какое растение полито и сколько оно потребляет влаги. Спасибо. Что вам нужно? И что есть? Уже есть наработки электронной составляющей, наработки программы. Нам в основном нужен дизайнер, ну и, наверное, помощь биолога для разработки программы. Предпринимателям маркетологи у вас тоже? Ну, пока своими силами, но если кто-то хочет там присоединиться, то пожалуйста. Спасибо, возьмите у меня вот два листочка, имя сделайте и, собственно, изобразите номер